В течение недели прошло 5 соревновательных гоночных дней. Из 6 возможных коррективы в гонке внесла погода. Регата проводилась в международных классах яхт в 2 дистанциях. Первая группа – это классы яхт «Оптимист», «Зум-8», «Кадет» для начинающих юных спортсменов. Во второй дистанции участвовали классы яхт «420», «Лазер Радиал» и «Лазер 4.7». Естественно, происходит какой-то определенный отбор. Этот отбор вообще нужен для регионов, чтобы уже в начале года складывалась картина, что мы представляем. Например, для города Сочи это очень важная регата. Это подведение итогов и подготовка к спартакиаде, учащихся этого года. Великолепный результат. Победителями в переходящем в олимпийский класс яхты 420 стали спортсмены из Санкт-Петербурга и Сочи. Наши яхтсмены отличились также в классе «Лазер 4.7». В классе «Лазер Радиал» победу одержали спортсмены из Воронежа и Московской области. В классах яхт для начинающих хорошие результаты показали спортсмены из Тольятти, Таганрога и Санкт-Петербурга. Победителями дистанции в классе «Кадет» стали Зоя Глущенко и Вера Крутилина из Сочи. Отмечу, что партнерами регаты выступили компания по производству чистой питьевой воды «Шишкин лес» и издательство «Просвещение». Победители регаты получили денежные призы и подарки.